Набакаша. Мартин, думай. Мартин думает, обводит защитника и гол! Шайба в воротах! Ну, первое звено сегодня, даже первая тройка нападения. Просто. Пас туда, вбрасывает. Бросок от Бакаша. Гол! Отправляет шайбу точно в девятку ворот Ежова. Еще один момент и третья шайба вот здесь. У рижских динамовцев сочинцы. И счет становится 3-0. То есть... Мартин Бакаш, бросок, гол. Один. Так, игра в формате 5 на 5. Но мы понимаем, что тут на отложенном штрафе и забивает Мартин Бакаш. Периода. Длинная передача. Один на один выход. Еще шанс и момент. Бакаш чуть ворот мимо Никиты Серебрякова. Пятый гол для словацкого нападающего. Об этом говорит именно от Сочи, который в последнее время забивает немного. Будет и седьмая. Да, вот вам и пожалуйста. 7-2. Что мы в эфире? Здесь момент у Леопарда. Здорово. Ну, молодцы, ребята. Будем считать, что это только... Перехват и атака 3-2. Может получиться. Глотов, бросок, касание. И заваливается шайба в армию. Тут гол себе привезли нижнекамцы. Ошиблись на выходе из зоны. Не удается ему нанести бросок. А вот тут бросок наносится. И снова шайба. Дубль оформляет словацкий форвард Сочи. Два дубля.